на воле. Ее точно никто брать не будет. Камон. Воля, так. Перчатки, плащ с кораблей, пояс, печеньки. Держите баф, и я, наверное, пошел на другой рейд. Ну не уходи, ну пожалуйста, куда ты, не надо. У нас гель. Это неправильно. А ты сейчас заебись вообще красава. Я без ГП проживу. Скажу на следующем. Да. В смысле, тут не дело не в ГП. А кота одевать не надо. На нем издание. Как у тебя сейчас ник, блядь? Не скажу. Рукав. Да, ты обалдел, блядь. Много сейчас... магов в рейде. Трудно а, вычислить меня. Ты, короче, клятину напинайте. Ты, короче, он где-то есть. Не одевать кота. Потому что престиж гильдии зависит от каждого игрока. Вот офнулся. Пока, рука. Я не тщеславен. Причем тут тщеславие твое? У нас гильдия должна закрывать. Ну вот престиж. А что такое престиж? Что-то это когда мы плюс 0 делаем. Популярность? Известность? Ну ладно, придется тебя не брать в гирайды в ЦЛК, так и быть. Престиж, это когда ты собираешь рейд с пугами. Ну, если кому-то будет нужен ход, я уступлю. Жалко. Престиж, это когда на ретрике. Я хотя бы на одного босса зашел, хотя я вообще не собирался. Ткань с духом. Престиж, это когда ты берешь 10 человек с этого, с олчата, идешь с гильдией, ролишь все по ПРу. А потом такое, когда падает теренаска, ты ее себе забираешь и не ролишь с солчатом. Вот что такое престиж. Да, Войд, как не дела? Знаю, рука в трусах, ты еще тут? Давай, блядь, заходи, заходите. Я прикинь, он не знает, о чем я говорю, мудлон. У меня здесь нет прав на кик. Слышишь, рука в трусах? Какой может быть друид? В обычках оденешься. Ну для чего рейды собирали? Блин, монету в этом, как его... Ну, в РК вышел уже. Есть у кого-то джиз? А другие-то... Пиздец, что за типы, блядь? Я вообще в шоке. Так, сумму не убить, но... Чё? Тон, рассказывай что-то, пришел, не базарь. Ну сейчас, давай вот, расскажи пока. Расскажи пока про тактику. Тактику, ёпта, вот. Рука в трусах просто не хочет идти во льду. Как делаем мы в прошлом и позапрошлом КД пишет, вот. Блин, а когда у тебя избавит тех персов? Ваня, напиши чётко. Ты чё? Ответь мне на вопрос. Ну, если Ваня, вопрос Ваня. Стоит так, что я уже не могу решать, что мне делать, идти мне или не идти, тогда тикайте. Нет, ты не понимаешь. У меня была такая гильда, ты... которая за то, что я пошел с другой гильдией, мне объясню. Влепили ГП. У нас, сначала, у нас а потом рейды, у нас рейды обычки и геры, блядь. Где там этот Войд? Войд, где Войд? Короче, хуй знает, нормально это для тебя или нет. Ты видишь, у нас слотов не хватает. Три человека. Я вижу, рейде, что не хватает. Ты сидел бы на маге спокойно и играл бы дальше, и одевал бы персонажей своих. У нас обычки, геры собираются, берут... Сука, мы вот паладина туда 4 КГС взяли. Я знаю, но я не могу, либо не хочу идти тогда, когда эти рейды собираются. Была ульда на прошлом КД, была ульда на позапрошлом КД. У меня тогда желание было, я ходил. Сейчас у меня желания идти нет. Почему я должен делать что-то, что я не хочу? Так ты был в рейде, и ты сказал, типа, я пойду на кота одевать. Зачем ты это сказал? Ты бы, ну потому что я иду одевать кота. Да это бред вообще. А чё гильдии не надо помогать? Как мы тебя будем потом Прости, выводить? Прости, секундочку, секундочку. Гильдия я сейчас открою. Показать отсутствующих класс. Мотаю просто. До мага. Маг, 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 маг. Маг. Смотрю активность, то есть поэтому
по ЕП 12 500, то есть потом фэ, давай бей босса там. Да я слышу по танчикам. Что мне с ним делать? Тикать его с гильдии решил, вроде нормальный был. Просто не хочет вот дверь посетить. Верка, пожалуйста. О, забежали, забежали, теперь забежали. Забежали на них. Смотрите, никто не заморозился. Нормально. Че два раза так надо будет? Наверху разговаривай, а? У меня палец так быстро кастует, что даже времени его нет, пытку кастануть не успеваю. Так надо пыткой. Да надо. Попробуй пыткой. Ой, лучи, походу, надо заходить. Какие-то бафы даются тут. Тут забежали, сейчас они упадут. Все, забежали. Так, ну что, может рост? Вот ты считаешь? Да можно, а те вот вспышки, видите, ледяные, они нам бонусы дают. Три, у меня каст цепное соление 0.5. Бежали. Все, забежали. Ледяные. Походу не три раза. На боссе ледяные дуновения. Не, Лиса, почему ты не двигаешься? Ты получаешь много урона. Две Лиса, не Лиса. Шесть стаков. Пять. Если костер найти, можно отбежали от меток. Все, отбежали. Жесть. Ты что, он сейчас от чего сделал, что ли? Зуб сломал. Зуб? Зуб сломался один. Ну, молодец. ГЦ. ГЦ, Копар. И тебя. Меня тоже, а мне тоже надо было. Что там есть осколок? Нема. Так, давайте паролем рецепт. 50к голд стоит эта штука. Сука, золотистая. Это говно, лайн, бесполезная. Я его за 500 еле продал. Золотист, это мне, он говорил, это не тебе. Так, бо я себе заберу на право Херелла. Богаче стану 20к. Покоритель. Завоеватель. Золотистые. Кажется, патча. Так, покорите. Никто никому не надо. Давай описывай. Пейте моба с большим хп. У меня в принципе есть привычка. Ну, шуленько. Что будем делать здесь? Смертей? Ну чё, последняя ачивка. Без ДЦ. О, не стой под молнией, сюда надо суммонить. У них там мало миликов, нужно попробовать. А давай просто, может, зерганем, а? Как вот просто тупо зерганем в одной кнопкой. Как вам такая идея? Давай еще попробуем. Позарганем. Короче, есть, у него должен палец 100% поставить. Блин, у меня тоже починки нет, я пойду в Долоран починюсь.
Сейчас еще баш зайдет магом на часик другой. Хабу дисконт сейчас зайду. Хаба дисконт сейчас зайду, да? Интересно. Вы бы видели, как он весил хилю 10 гер. Вообще арчок. Ладно, это да, починишь долларально. Бейте тебя. Давайте, через 40 минут, наверное, я покину вас. Будет тут или другой. Специально сливаюсь перед сложными боссами, чтобы вообще тактику не рассказывать. Пожарника будем делать? Да, нет, сейчас можно сделать пожарника. А, значит, так пожарника так можно, как без смертей, так ты шо? Пожарник легче, чем... Ладно, без смертей на... Без смертей на Мимироне легче, чем пожарник, да, ты понял? По-моему, пожарник есть без смертей. Да. Прав. Что делал? Там мы что-то бьем тут мобов, боссов. Сначала было, конечно, убого, но сейчас вроде ничего так. Ну ладно, давай по никам сейчас 10 человек на порталы посчитаю. Раз, два. И порталы. Ну на этом на плюс 0 там 4. О, плюс 0, да, давайте делать. Не, маловато людей. Человек 6-7. Я в коте могу. Привет. Привет. Пепер, помоги. Кот, что будем делать, короче? Давайте говорить. А вот... Что, оказывается, все ачивы на Туриме есть. Может, тогда просто зарегануть? Нет, одно. Видите, какой эгоизм, да? Любую из трех выбирай. Давай подненники, бенники или вареники. Давай зимот. Ну давай сифон тогда самое легкое. Это же хардмод. Давай. Давайте. Сумоньте меня, просто становитесь все на рейндж, танки между собой меняйтесь, когда там либо. Только меня рыбульку, рыбульку. Пеппер, РК у тебя есть? Белин в ретрика, танчит золотистая. А не, подожди. Золотистая, Белин. Ладно, Белин в ретрика, золотистая потанчишь. Там подстрахуешь, что-то сакре покидаешь. Кто хочет в этот, в туннель пойти? Нет, Хаба, оставайся. Не, с Хаба я не пойду. Хаба, Апис хилит здесь, я пойду там хилить. Удиален, Эльчапа. Давай я пойду еще. Удиален, Капарсивин, Стаграм, Эльчапа, Дорн, Джерион. 6. Кто еще? 6 хватит, чтобы хардмод запустить, а? Ну человек 6-7 нормально будет. Ну давай, Капар, Стаграм, Альчапа, Дорн, Вуди Ален, Дильдаль, Джерион, я, Машулька это. Давайте, заходимся. Посмели вмешаться. Погодите. Давай. Помню, как Хилит ушел. О, я забыл. Давайте направо перебегаем. Теперь нам надо перебежать опять так же. Так, левее, левее отошли, левее. Уди, гильда. Золотистая, смотри. Твой приоритет всегда защитник. Вер, видишь, он вышел. Отведи его в сторону подальше от рейда и танчи его там, в стороне где-нибудь. О, задача, что чтобы он в рейд не пошел. Веш в рейд пошел. Ты этого не допустить. Прикольно, у тебя голос изменился. Переехал из России куда-то. Да, стал пидором, голос поменялся, Веш.
Хе-хе-хе. Фу. Видишь, Копар фу сказал. За то, что ты голос. Вот Седора, да, заметили? Да не, все раз. Я подумал, что ты намекаешь на что Седор пидор? Или что? Нет, это то, что вот это Пеппер стал как раз Седор. Вот Пеппер сказал, стал пидором, голос поменял, а ты говоришь, он на Седора стал похож. Молодец. Правильно, шарит. Взаимоотношения гильдии. Эти защитники, ребят, на арене. Вот главное его убить, а остальные могут быть страшны. Вы все толпы сразу в него переключаетесь. Вы там это РТД, а кто в туннель зашел, оставайтесь. Тут будете с пьедестала бить босса. Побежали. Капарсивин, давай ауру скорости включай. Че там, это не хант? Ладно. Так. Че, убили моб? Добиваем. Защитника бейте, потом этих доберете. Лол. Добейте мобов, добейте мобов. Да, давай, добивай. Сейчас трос будет через два. Давайте все на рейндж, выходите, тупо абсолютно все РДД. Хватит защитника, ребят. Шот на час. Ну вот. Поднимай, Джерион, подними. Ой, блядь, Эпис, подними Джериона Кеншин. Давайте, фу, бафы ему. Вам нужно рейндж набрать, сейчас ваншотать будет. Слышите, вам надо рейндж набрать. Лики РД, да вообще что говорить. Джерион, забери босса. А, у нас ДЦ нет, вот что так херово, блядь. Забыл ДЦ спикнуть, сорян. С ману залью. Чего он шотает? Почему так? Не вредно. Андриага, подними Джериона. Да это понятно, что такой дебаф есть. Ты его не поменял, что ли? Он просто кидает снижение защиты и крит проходит. Золотисто, дай Сакуру сейчас. Дай каску на Джериона. Ебать, 158 тысяч. Не, потрачено. Повышает только защиту? Ну, да. Он еще сейчас, ну, он типа сам бьет много, но в момент, когда защиту снизил, он притом бьет почему. Баф только защиту забирает или нет? Не знаю. Так, Джерин, забирай босса. Сейчас золотистые сложит. Хорош. Сказывать это ну, остался один данг у вас видос. Сейчас скажу, когда божественную защиту прожимать. Прожимай божественную защиту. Ну, у нее КД на божественную защиту, извини. Ну, тогда помолимся. Давай бабл прожимайте. А, там 5 лямов. Всем привет, ребят! Привет. Здорово. Все, я не знаю, здесь тактик передаю Релла Пеппер воину. Говорите, что надо. Похилю в комнате, короче. Да, ты не мал место, ММ? Хант. Не, уже нет. Похуй, главное, сифона сделал. Вол, блядь. Тогда давай изи бот, нахуй мы, бля, париться. Нахуй нам это, блядь, хардемот. Согласен. Я чекнул им, покорецайте, ребят. Одну минуту. Прикол, ну, вот как мне кажется, вот он вешает, да? Он почему-то, типа, повешал, у тебя защита снизилась, и сам вот этот удар, который вешает, он бьет, типа, не автоатакой, а сам вот сокрушительный, дисбалансирующий. Он, сука, критует, блядь. Вот если бы... Надо сразу, наверное, забирать босса. Нужно... Это, наверное, сломали, не пощадили, не дощадили. Так было или нет? Если мы вайпнемся, значит сломали все. Да. Не, если... Так не должно быть.
Я в это не верю. Это, короче, не мы виноваты, это сервер виноват. Мы все правильно делаем. Да, это сервер, короче. Короче, чтобы не падать танком, нужно дефы отдавать самые сильные. А куда? Дефов не хватит. Хватит, ДЦ хотя бы. Мне кажется... Давайте другое чуть попробуем, ребята. Это сложно. Да бля, ну куда-нибудь портуйся, там просто нас найдешь. Так можно этого, last game, сами там все вроде 30. Да, и тебе в этого, как его, а мне зачем? Там захилиться. У него пока валанера нет, не спекай. Блин, я забыл. А что, лут с кошатницы я не разролил? Не знаю. Ну там плащ какой-то. Я забыл лут с кошатницы разролить, ребята. Тут осколок еще выпал, прикиньте. Варенька, держи еще осколок. Нормально, уже 5. О боже мой. Там, короче, всем плохо на этот. Показывает, ДБ не видно, там, когда следующий удар этот, нужно прожимку отдавать. А когда прожимки кончились, начинать там зубы, короче. Зубы с каплей, там дух от хули приставить. Че, сейчас спек выпадет? Можно спекнуться. Ну, в принципе, сейчас если мы хэм не будем делать, не знаю, будет он убивать или нет. Надо хэм делать вообще. Там шмотки, которые на этого, на кого же давай посмотрим. В принципе. Давайте просто простой режим сделаем с кровожадностью для приста. Вон, кому он, вот копар за контролишь моба и поддержишь его, кому нужна кровожадность. Сейчас погоди, унесу эту билку. Это снова. А куда телепортироваться? Давайте просто делаем. Да не телепортируйся на самолет. Контроль над разумом, да? Да. А кто в ДЦ мог спекнуться? А что будем делать эту игру? Тык. Тык, я тебя носу. Будем это чего делать или нет? Да. Какую? Да похуй. Что сделать? Если этот дисбалансирующий удар снижает только защиту, то можно сделать. Но только если защиту, ну типа если оно типа не снижает другие характеристики. На, ведь моба. Не, он другие не снижает. Тогда можно делать. Ну я знаю, кого-нибудь мобу поконтролишь. Дайте, пожалуйста, пристам каску. А если серьезно? Ну там на ачиве написано, кого контролировать. Убегает моб, у него ауру такая синенькая, ты увидишь, у него в папах. Написано. Ладно. Там моб с аурой выйдет. Бафом этим. На нем написано будет, что баф такой-то. Аура проворства. Давай, не заходите. Половина людей, не заходите в туннель. Что мы делаем это, сифон? Погодите. Ну, давай просто убьем босса совсем. Слишком сложная чего оказалось для нас. Так я одел шмотки, блять, которые не снижают защиту. Ого, а чё ты так проседаешь? Оно сразу 200 защиты убирает. Дебаф этот, ты чё? Не, этот моба Джерри он набьет очень сильно моб. Право отбегайте. Какие ты там шмотки мог одеть, Джерри? Так, Машулька, рейсуйся. На, Капар держит, он защитник от ТС его выключил. Не бейте завоевателя. Молодцы. Что? Баба контролим или нет? Ну, Капар не контролить. Моба можно подхилить потом. Ладно, контроль над разумом кончается. Потому что снова ты кундалинил. Да. Все верно, дружище.
Ну кто контролит мобата? Я контроль. А, вот вижу, ага. Я подхиливаю чуть-чуть. А, нет, не будет. Я здесь, я здесь. Сейчас защитник выйдет, шипашки переключать и сразу вернут. Вон он где-то. Вообще начинает крутить сразу ваншоты. С большим хп не бейте. А, ну все отлично. Ребят, защитник как 5 шипешки. Максимально быстро перелетите в него. Вы, я так понимаю, просто босса убиваем, да? Чё просто? Ну, как нужна кровожадность еще, да? Ну да, там по тактике еще играем, конечно же, да? Посмотрим. Исходите сейчас все вообще на максимальный рейндж. Шипашки вообще к стенам уйдите. Кто тебе бейте? Не отбежал от разряда пульсации. Сейчас 5 секунд удара. Это цепуха убила, скорее всего. Короче, пацаны, пресс пашет, если чё. Что это значит? Тупо ты... я сейчас в шмоте нарез, ну типа, на ПВП шмот. И меня этот удар не убил. Но это крит был или нет? А, ну типа крит не проходит, когда рез одет. У меня сейчас минус 9% крита. Объясни на твоих. Я скажу, прошел, типа, оно забирает 40 тысяч, но не убивает. Скажу, стопните урон. Я скажу, когда стопните урон, чтобы ачивку получить. Копары, слышишь? Перегревай, не бейте босса, не бейте, ждите, стойте. Давай завоевателя контроль. Контроль завоевателя. Вот, все, добивайте. И подойдите в центр, все, кому ачивка нужна. Поближе к мобу, по центр. Все, добивайте босса. Не хилите, пацаны, он уже бьет на 40 тысяч с этим ударом. О, спасибо, Пеппер. А, блин, что-то свернул окно уже, не хилил. Ну, вот так, видите. Зумбили, пожалуйста. Ну, если хотите делать ничего без смертей, надо танка одевать в рез, и все. Или прожимы отдавать. Нет, рез лучше. Можно убивать босса. Кому интересно? Че, пойдем на Фрейю? Давайте сделаем самую сложную ачивку. Называется «Трижды постучи по дереву». Давай вот эти. Блин, это вот это хардмод, да? Блин, а я его не сделал. Надо было делать. Это ТН? Да. Ладно, следующий раз. А ведь ты ачивку сможешь сделать? Последние три осталось. Да. Особенно последнюю. Вообще. Да. Что делали же это ачивку, что в ней такого? Делали же. Когда сделали первый раз слезы. Да страшно, вытащите. ДПС. А вон уже убили или нет? ДПС по 20к просто все. Вытяните большого из рейда. Во. И теперь бейте его. Хазарак, спекнись в Элема.
Это давай НХ покажи. Навыки НХ. Есть ли у кого рога или хант на этого босса? А подожди, или ты Хазрак хочешь похилить? Могу ханта зайти. Я лучше похилю. Ладно, тогда я влево. Пресс хила надо на этого босса. С чем? Что будем делать? Просто убить. Это вара есть и армс у кого-то. Сторим, а чё упал на сторим? Давай его рубку сделаем. А, уже давай, потом. Давай за это на следующей неделе. Давай, окей. Окей, окей. Так уж и быть и говорил. Да, фух. Чё, Чернышов, а ты тут? Так, да, влево, вы вдвоем хилите с Аписом. Дровосека делаем. Чё ты говоришь? Дровосека делаем, что ли? Не, делаем самое сложное. Это хердмод. А тут такой вопрос, а где взять КВ на Алане? Где? Надо просто собрать 30 осколков, собираешь и делаешь. Не-не, лучше надо было сказать, надо квест брать. Все думали, что надо квест взять. А ну сколько времени ты его не сыграл? Старам месяц где-то. Старам спекнулся в армс. Ты что, собирал я? Так. Дима, кого ты спрашивал? Под нами. Я Волонир собирал 2 месяца, там было 9 недель, немножко больше, чем 2 месяца. Да, он недолго собирается, тут осколки часто падают. Не знаю, карта не идёшь, 6-го года появилась. Это что, типа 30 осколков собрал? 6-го года, по-моему. И всё? Месяц-два там собирается на изи просто. Уже у всех Волонир есть. Армс есть? Давайте рост, ребят. Да, есть армс, 100 грамм армс. Ну, танков в рейде, наверное, нет. Пассы не бейте. Они не таунтятся, эти мобы. Эндриагом. Подними лоб, пожалуйста. Дар-дар-дар, переключите, кто шарит. Да, я уже убил, не переживай. О, каст. Ну, надо было не прекращать каст. Хотите, я откину мобов? Опа! Любые умрут. Не бейте массы, бейте точечно босса. Опа, откинул. О, мы можем бессмертие сделать, кстати. Слушай, сможем сделать ему? Давай посмотрим. Не, сейчас они лопнут. Дайте ему шмакну. Ну, сделали, да. Я же выскакался, Олег. Да, почти. 4 осколка забирает. Осколок. О, это было давно так падало. Значит, что бы Ваня сказал. 1, 2. А, падала. Ну, еще выкройка, которая стоит 50 грамм. Давайте паролим. 99. Так, что тут еще такого интересного? Вот сфера, это. Сфера. Сфера, спасибо, что напомнил. Сука. Так. Перчатки. Достаются ралли. Я этот сферу, ну ладно. Ну, и теперь перчатки. Вот это. Ну, похуй. Так, пальпация. И давай вареньки отдадим. Вроде он 69 там кидал, да? Ларь. Блядь, а куда тэпаться, то есть кровоображение? Да, это все роли, да? У кого нету кров, да? Ларь. Или у всех есть алхимия? У меня есть, могу ли натянуть, пока. А, тебе. А, ты выиграл, да, тебе без проблем вообще. Вот. Что дальше будем делать? Можно зайтись погореть с ВК, там пойти человеком 10. С ВК 10 ер пойти?
Не, ну человек 10 пойдет 25 герку, ну одним рейдом, и нормально, унизим их. А куда идти? Куда ты поделёшь? Так было, опять ссылка. Искра воображения пропала. Вот ссылка 10 на чих. Крипер, что мы будем делать дальше? Бойт, что вы будете делать? Какие предложения есть? Зергануть дальше этого босса или как? Ну да, зергануть, можно мили сделать. На пожарника слишком жесткие хилы нужны. Можно и пожарника, престол много. Здесь не хилы. Ну там надо каждую секунду проговаривать. Все вариант пожарника забагать и разойтись. А что, если на мины попадут, вайпаться будем, нет? Не, не будем вайпаться. Ну давай, Пипер, подскажешь, как там поэрелить. Будем просто убивать босса с минами, ладно? Эй, я могу первые мины взорвать под баблом, вторые мины, например, кто тут шаристый еще с баблом. Full Metal, вот шаристый. Вот он, я уверен. Full Metal, строишь на третьей фазе мин под баблом, отлично. Спасибо за подсказку, Ваня, подходи, тут осколок уже выпал. Где? Вот, Жигарян, давай, начинай, короче, там. Пульни, краска, главное, там камни с неба, каски после рейда. Давай, пуляй уже. А что будет, если на кнопку нажать? Уже все, уже поздно. Пожар. Не забудьте, что мы бессмертие делаем. Да, смешно, правда звучит. Не двигайтесь, вот я не беру. Это нормально, сейчас тучкой можно похлопать. Не-не-не, нельзя. Шоковый. Похлопай. Похлопай, Пеппер не добил, все мины, похлопай. Убегайте, убегайте. Не смели зону, убегайте далеко от стенка. В смысле, блядь? Золотистая, блядь. Ай, сука, дичь. Ебать. Я на мины отбежала, красава. Жур, если бы я сейчас серьезно воспринимал все чивы, у меня бомбануло где-то на этом, на кошатнице, так что, ребята. На утюге, да? Не, на утюге это... Что-то я не понял. Так, ралли надо поднять. Вот, подними ралли, пожалуйста. Чисто эти бомбы даже не убивают, и он так даже без тучки хопает. Подходите все в центр прямо сейчас. Не стойте там. Не-не, смотрите на звезду, смотрите, хоп. А где он, блядь, сука? Фокус будет. Заходите все сюда быстрее. Смотри, хоп. Все. Блин, я думал откинет, но не откинул. Дайте кулак лапку, пожалуйста. Скилловый еще один шип на рейнже вылетим. Спасибо. Я выйду на рейндж, Full Metal, тебя подымать. Ответь, что тут наверх. Это столько скилловый, это бейте его. Так, ну тогда надо поднять Андряга, подымай Full Metal. Просто стойте, бейте. КД. КД, извини тогда, что побеспокоил. А, пистолет. Не говори, не говори. Давай. Дамаг дальше не будет. Как обстрел не ваншотает, видишь? Да. Зачем забегать? Сакру просто дашь под обстрел и нормально. Через 10 секунд обстрел, приготовьтесь. Отбегайте, отбегайте все, обстрел сейчас будет. Отбегайте, отбегайте все. Подуло все, подуло быстрее. Блин. Подуло. Где подуло? Где ты там играешь, у тебя подуло? Сейчас вертолет появится, бейте его. Ну подуло надо было забегать, под эту пушку, чё. Да чтобы вертолета не было, топить меньше. О, смотри, смотрите, все, кот чаржится в голову. Белорусский инновационный... Дайте крест, шаман. Смотрите, летает. Я его ударил. Белорусский... Скорее въебал. Да, но... Да, а если бы Лукашенко на каком вертолете летал? А он на каком летает. Сейчас еще чашусь. Красава. А притяни хватка теперь, Джирин. Почти. Так, сейчас будет конструктор из трех частей. Сейчас нужно штурмового бота в ракету завести, если его не убьете. Все будет. Еще надо повзрывать мины, если вы хотите чего сделать, только повзрывать по бабам.
Давай крайне без бабла взрываешь. Сесть на РТД-центр, мили кинец. Я предлагаю просто стоять там, где хотите, просто бить босса и все. Давайте, убиваем там. 1000 ЕП за вчера сдал. Бейте все части тела. 1000 ЕП за всю льду. Блин, за босса, давай за босса. За остальных поменьше. По 100. Так. Бейте тело больше. Тело это середина. В красную метку заходи, Крис, гениально. Оставайся, не беги. О, правильно. Красавчик. Так надо всегда делать. Сколько гонгомы, блядь. Так, что там? Хватка безумия. Ну это Хазараку. Так, завоеватель. Перчатка. Блин, 98, Мелисса. Мелисса. Покоритель. Ого. Так, что будем дальше делать? Кетчевы. Саранитовый страж. Да нет, лучше тенефобию. Нормальная чива, сложная. Саранитовый страж легче, чем тенефобия. Там не надо просто отбегать. Бить босса точечно. Там первый поряд металла и ачива провален. Чё там, блядь? Один раз Боря ебанет и до свидания. Куда пиздовать-то? Обвалившуюся галерею. Зайду. Ну, давай в обвалившуюся. Обвалившуюся и налево. Надо плюс 0, пацаны, не знаю какого. Хорошо, попробуем сегодня сделать. Давай посмотрим на рейд, кто достоин получить вертолет сегодня. Пол металл. Кто там еще был? Золотистая, Копар. Да Грамм, потому что Варм соспекался. И все, ну и хватит. Ладно, в идеале она что-то такая-то. Пятерка пускай будет. У тебя ничего нет в голове? О, ну я бы Вуди отдал сразу. Да. Ну да, Фейкаст, Вуди, это те люди, которые давно ходили в льду, смотрели приколы вот эти все, перлы в рейде. Кто еще не получал вертолет с тех времен? Ралли, да? Ралли тоже можно. Джерин, ты что, не получал голову? Ты получал голову. Не сроли. Вы тогда отдавали ее по ролу, я в это помню. Они отдавали заслужившихся, ну типа этим игрокам. А, получается, нет, 9 это игроков. Вообще, это начало 17-го года, наверное, было. Какой-то чувак только в ГИС топил, он пошел в льду и забрал голову. А потом пересобрали год назад, в сентябре, в льду и начали по списку отдавать. Вот. Ну, ты в этом списке есть. Палом, наверное. А что за список? Ну-ка, список. Да. Ты получал голову. Я два раза получал. Мне ее откатывало. Сука, прикинь. Помню, две глоры упало. Помнишь, две глоры упало и их откатило. Забрать кулей, нахуй, ее откатило. А потом еще раз забрать снова себе, да? А потом кто-то там забирал. Че будем делать, сидеть? Че будем делать, действительно? Тенефобия, нормальная ачивка, мне нравится. Ну, там... Тенефобия, шанс выполнения 5%. Так надо просто на рынке встать. Сорони, 25%. Сранитор, мне кажется, 1%.
Нет, там просто надо стоять и ждать сиранитового врага. Потом вихрь башит. Тут плюсанут те, кто здесь первый раз на этом гусе. Посмотрим. Много таких. Как бы тебе вырезаться так? Тут много. Уже все ходили в эти рейды. Блин, я спрыгнул. Шо манера, блин. Ну ладно, фулметов будет в мели-зоне. Шанс повышается. Если стражи будем делать, мне кажется, фулметал надо в РДДке ставить. Крипер, ты пайрелишь этого босса? Пожалуйста. Да, давай. В курсе, что милики могут бить босса? К сожалению. Как они могут бить? Ну, просто тыкать скиллы и босс бьется. Вот так. Так ачивка провалится. Какая? Ну вот это вот, обожаю запах срани такой там. Я про... А плюс ноль не провалится. А, да, про йога, наверное, говорил. Оп, обурил. Мы били. Надо не тупых миликов, а таких, которые нормально дамажат. Ну там, там еще такая фигня. А, да, ну Джерин, это тебе на X5 надо идти. Золотистый умирает, надо подхилить, я просто в элеме. Подводи ближе. Хотите, можно я могу их откинуть, этих мобов? Как вы считаете, надо это сделать? Так, 22.00. Сколько мы сидим здесь уже в этом замечательном месте с пула? Олег, кстати, ты списал ОП у двух человек, которые присоединились к нам? Блин, я забыл. А ну-ка, кто это был? Фейкаст? Машины. Короче, когда я пришла, здесь было 6 из 14 ботов. Ну давай, я тебе спишу, сколько? 900 ЕП. Сколько мы потом убивали боссов? Здесь они старимы вроде, да, были? Стори мы их добрали. Это было мобалец. Да, мы убили 2 босса. 3, 4. Ну давай, 1200 отнимем. Кто еще там приходил? Ого, я нажал отнять ИП, я залагал. Господи. Я надеюсь, там не накинул гильдии ИП. Потому что так обычно бывает, когда все гильдии накидываю. Сейчас только один человек у меня снова. Тимка надо писал. Кто еще ралли там был, да, наверное? Да, да. Хватит, это уже 1200 минус 0. Фейкас. А, бля, ребят, кстати, я вчера уснул по ходу дела. Это, че, убили ли чат? Ну, если нет. Мы убили ли чат? Забыл? Я не помню, блять, вообще. Я помню, что-то около валик что-то ходил и все. Не знаю, ты еще ЕП получил, мы распустили рейд. Да, чисто. А че, давай потом добьем. Можно тут я спешу, мам. Олег, пояс возьми. Да, подожди. Где полено? Крипер, будешь? Какую ачилку будем делать? Да, естественно. Да, тенефобию бы сделали, да и все. То есть попробовали бы смертей. Хорошо, отлично. Пробафуйте. Держи ассиста. Есть рыба? Есть, есть. А кто тут чем еще? Чем мы делаем? Чем метку поставили? Тенефобию, это... Кто тут еще тактику знает из РДД? На кого положиться можно, чтобы побегали с меткой? На меня. Окей. Тебе квадратик. Джерри он. Интеллект. Берите сейчас. Крест по шалам дайте. Слушайте внимательно, сейчас буду объяснять, что вам надо будет делать.
по два раза проклятым будет, потому что время идет. Смотрите, все милики, все без исключения, идут сейчас под босса, как вот вы ребро в ЦЛК бьете, и ничего не тыкайте. Просто идите туда вперед, за хапалом бегите, и стойте у него в ногах, как на ребре. И ничего не тыкайте. Бить начнете только по моей команде. Вот в ралли становитесь прям, где ралли стоит. Все, и стойте там. Это все милики. Теперь, слушайте, я называю ник. Разойдитесь, две метки, Фейка с Серегой и Олег. Только недалеко друг от друга. Я называю ник и говорю, куда идти. Ла, Трися, это ты, Саня? Да. Иди в кружочек. Верка, иди в кружочек. К Фейкасту. Кулебаться, иди в кружочек. И Капарсилин, иди в кружок. Вот, все, вы бегаете исключительно за кружочком. Смотрите, кидается копье, я озвучиваю, летит копье. Ваша задача, не обязательно за меткой постоянно бегать. Либо влево, либо вправо убежали. Все. Это когда летит копье фиолетово. Слушайте внимательно, теперь, когда кидается метка безликого, такие зеленые лучи, короче, соединяющие босса и вас, вам нужно бежать назад. Только исключительно назад, откуда вы пришли. Эта метка хилит босса. Еще раз, фиолетовое копье влево-вправо, метка безликого тупо назад. Все, теперь следующие ники. Эндриага, иди в синий квадрат. Вуди Аллен, Нелесия, Хазарак, тоже иди в синий квадрат. Так, Апис. Так, Варенька, иди в синий квадрат. Так, и Хаба, иди тоже. А, Хаба, ты идешь в кружочек. Смотрите, Хабба и Анрикс. Вы хилите по фрейму, короче, только тех, до кого вы достаете. Ну, исключительно свою пати. Можете соседнюю подхилить, без разницы. Так, а это что, Гильдаль, ты иди в кружок. Это шипашка, наверное, да? Ага, шипы. Там будет Хазарак хилить, и Хабба, и Апис трихилить. Слышишь? Так, а Хазарака, ты иди со мной, короче, под босса. Вот пойдем прямо сейчас со мной. Не бойся ничего, он не сагрится, иди сюда. Вот, ты стоишь, короче, тут и хилишь танка. Точечно хилишь танка. Без остановки. Тупо постоянно кастуешь, 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 кастуешь. Все, это твоя задача. А этот Full Metal, ты иди тоже под босса за мной. Побежали прямо сейчас. Только не тыкай ничего. Просто беги вперед и все. Джерри, готовься сагрить, если чего. Я уж понял, походу, косячий. Эль Чапоча. Все, так, Эль Пачо кто, милик? Да. Все, красавчик, я же говорил, иди в милизону, иди за мной. Все, и теперь я чекаю на готовность. И как скажу, Димас будет пулять. Стойте на своих местах пока. Так, все, у нас все готовы. Теперь давай, Димас, начинай с ЛПшки, милики не бьют. Все, хиль шаман. Кулак под друидом. Тенефоби делал, смотри, внимательно, сейчас полетит копье, вот, синий квадрат, влево-вправо, отбежали, быстрее, отбежали. Или отбегаем далеко, отбегаем подальше. В эту лужицу теперь вставайте, за агро следите, ребята, она очень сильно бьет. Другая пати, да, побежали. Да, все уже можете не бегать, там все равно, сука, бегаете. В следующий раз умнее будут. Вот, теперь вернулись в лужицу, так и стоим. Вот, снова опять синий квадратик, побежали. Вот, теперь вернулись. За агро, совы, ШП, маги следите, очень сильно бьете. Вот метка безликого, Анрикс. Бежал туда к выходу. И от Анрикса все убегайте тоже. Приказ осторожно. За агро следите сами, ребят. Копье опять. Во, молодцы, все, вернулись обратно. Приказ, притворись мертвым. Стопанин. Вот, Димас, прижимайся, сейчас на нем берса. Шаманом хилим. Все отлично. Да, внимательно следим, сейчас опять копье будет. Метка на Вуди Аллене. Все от Вуди Аллена отбежали подальше. Опять копье летит. Человек поймал. Ты уже стоял, молодец. Да ладно, ебать. Апис, слышишь, иди теперь под босса и хиль точечно танка. Она села. Иди под босса, не бойся. Все, и хиль точечно танка. Постой, по КД. Спам. Отдыхаем.
Бежали, отбежали с меткой варенька, а подальше от босса хилите сильно очень. Кто запорол тебя? О, не лезь, пятый осколок Волонир. Не лезь, я порол. Дайте осколок паролю, пожалуйста. Дайте осколок паролю, пожалуйста. Кто там роль? Бери. А, давай тебе. Ты ж первый уже по очереди, да? Да, честно, не знаю даже. Давно уж не смотрел. Ну просто я вареньке 4 осколка уже дал в этом виде. 5. Ну или 5. Да, можете объяснить, что я неправильно сделал? Вроде надо было отбежать. Ну да, надо было, но ты не отбежал. Да, отбегать. Ты назад просто шел. Там смотри, смотри, какой нюанс, короче. Вот копье фиолетовое, от него надо отбежать. Там у него АОЕ очень большое. Ну, метров на 15, короче, отбегаешь, и все нормально. Тряси арак. От того места, где ты стоял. Какая разница, там уже будет. Все равно арак хуй. Ну, че, че дальше будем делать? Да-да-да. Ну, надо комнаты посмотреть, попадет. Ну, я могу. Я назначаю там дебиржи ассиста. Если будете делать плюс 0, я помогу, а так мне надо офис уже сейчас. 9 минут назад надо офис. Чё там, Пеппер, кто пойдёт в комнату? Меня. Ну, смотря, что вы хотите сделать. Можно с хранителями убить бессмертие попробовать. Ну, не знаю, получится. Давай сейчас, подожди. Ралли знает, что делать в комнате. Проси, знаешь, что делать в комнате? Ну так. Че, я в льду-то мало ходил. Ну, это уже хорошо. Так, 3 есть. Вудиален 4. Фейкаст 5, наверное. Варенька 6. Тоже знаю. Войт 7. Ну ладно, я 8, пускай буду 9. Кто еще в комнате умеет делать что-то там? Дамажит там еще. Ты будешь хилить, Олег. Я могу на сову перезайти, там щупальца подамажит вместо хапала. Мочь перезаходи, тогда оп. 10, и я хилом и рестер шаманом могу похилить. Да. Танки золотистые, Джерион, Белин, да, наверное, да? Ну а все. Что, дела? Плюс 0. Ты релиш. Тебе надо этот голова? Тебе надо вообще эта голова? Не, мне ничего не надо. Ладно. 100 грамм Эльчапа, вы умеете в комнатах сидеть? Эльчапа был. Был как-то, да? Ну, Эльчапа. Full Metal тоже был. Он знает. Лапис, а ты сидел в комнате? Да, да. Но могу. Ну как хочешь, я могу в комнату заходить, хилить, могу не заходить. Или ты будешь заходить. Ну там по два приста, скажи. Давай я пойду, чё, мне без разницы, я уже ну, не раз. А без кем? Ну ладно, вон, третья, четвертая. Сейчас тебе дам ассиста, вон, третья, четвертая пати, это пацаны, которые могут зайти в комнаты. Правда, их, наверное, надо будет кем-то подменить, а подменить неким, поэтому... На удачу, хоп. Я могу зайти. Да, блин. Золотистая и Джерион танчат. Рассказывай тактику, если что, мне отойти надо немного. Вкратце. Первая фаза, мы будем стоять в одной точке. Все мобы пойдут под босса. Ну, РДДшки бьют, милики стоят в нас. Далее, смотрите, очень важно, вторая фаза. Будем двигаться, скорее всего, одной большой кучкой. Сейчас по порталам позже расскажу. Милики к тяжелым щупальцам, к большим, они высокие такие, милики вообще не подходите, их бьют только РДДшки. Милики бьете маленькие щупальца. Напоминаю, смотрите, если вас схватило маленькое щупальце, вы можете хилиться в нем, в этом мелком щупальце. На второй фазе, ребята, смотрите, паладины, друиды в особенности, выносите все диспелы на панель, там яд, устранение яда, паладина очищения, будете диспелить. Там особо хилить нечего, поэтому вторая фаза практически вся состоит в диспеле. И в максимальном быстром убийстве щупалец. Далее смотрите, во время второй фазы
будет пакт, как на лане, такой красный луч. Если вы видите, что вас связывает красный лучик, вы должны с человеком с этим сбежаться. Поэтому я вам и говорю, что на второй фазе вы будете ну, одной большой кучкой, короче, бегать, чтобы проще было ориентироваться. Будет кидаться лик смерти, черепок, скорее всего, будет стоять метка. От него нужно отбежать максимально быстро. Еще раз, пакт, как на лане сбегаемся, черепок, отбегаем. Все, первая, вторая фаза вкратце. Теперь смотрите, ребята, про портал я сейчас попозже расскажу. Что в мозгу там объяснять не буду, ребята, вроде не дурачки. Вкратце вам пробегусь во время трая по щупальцам. Смотрите, третья фаза, когда мы выходим из головы. Милики, ваша основная задача бить босса. Три будет танка, скорее всего, да? Full Metal. А, нет, он в ретрике. Так, Кеншин, значит, будет танчить. Белин. А кто третий танк? Золотиста. Вот, Золотиста. Ребята, смотрите. Ваша основная задача, поймите это вот сейчас меня с полуслова, вы должны кайтить мобов, вы не должны стоять их как в ЦЛК, как вот вы предыдущий трэш танчили, вы тупо стоите, да, и получаете урон. Здесь этого вам делать совершенно нельзя, иначе вы подохнете моментально. Все паладины, вары профитные, там ДКшки, ну Димон знает, что делать, вы трэш замедляете и делаете так, чтобы до нас трэш, до рейда, до основного не дошел. Вот сюда вот к воротам отводите, Дима тут его будет танчить, а остальные два паладина вы про правосудие справедливости ставите, короче, на промысел, и замедляете. Станы им даете, там, массава, и бегаете от них. Все. Это вся третья фаза для танков, тут ничего сложного нет. Ну, и, соответственно, милики, вары там бьете босса, по возможности замедляете. Трэш. Ну и все, давайте посмотрим, что у нас там. Сейчас по порталам быстренько объясню. Смотрите, я делаю как, чтобы путаницы не было, у кого-то там хилботы постоянно стоят и начинается возня всякая придурочная. Смотрите, нажимаете на О, потом тыкаете вкладку рейд, это у всех стандартная абсолютно. Смотрите, группа 3, кто у нас первый идет? Правильно, пальпация. Смотри, пальпация, ты вот сейчас стоишь, смотришь на босса и видишь, слева будут появляться, короче, порталы, увидишь. Первый портал слева, пальпация, твой. Потом идет Копар, твой второй портал. Ралли, твой третий посередине. Серега, и мой пятый сзади, самый последний, за попой. Теперь четвертая группа, все точно так же. Апис, твой первый справа, потом Ваня Варенька, твой второй. Вуди, твой третий посередине, окей? Славик, твой четвертый сзади, и Нелессия, шикой, твой пятый сзади. Вместе с тобой будем заходить. Если что, я еще перед порталами посмотрю, как вы стоите. Че, чекаю последний раз и погнали. А знаешь, про стаки вот... благоразумие не сказал. Да, про это не сказал. Здравомыслие. Че не сказал? Про здравомыслие. Здравомыслие. Ну, здравомыслие тут не пополняется, мы же плюс ноль делаем. Так надо сказать, что вот их 100 будет, когда спулится босс. Если они снизятся до нуля, то вы уйдете в контроль. Если даже вас убьют, ясно, то вы все равно будете законтролены. А, тут люди еще этого не знают, что тут типа здравомыслие есть, да? Ну те, кто в комнату идут, знают, остальные хуй знают. Ну, значит, узнают. Ладно, погнали. Первая фаза, просто стоим, смотрим на босса. Босс у нас в центре. Тут у нас газовые лужи такие своеобразные, оттуда появляется трэш. Все, три танка под Сару, быстрее, быстрее, быстрее. Вот, в трусики едите. Остальные два танка. Все, и кайтите на себя трэш. Сейчас этот Беллин, ты заберешь моба второго, который рядом с рейдом появится. А Золотиста, твой третий дальний, видишь, там слева тебя появился. Далеко. Так, я тут, мне хилить, заходить в портал или нет? Так, я не знаю. Нет. Я в Элине. Я не спекнул совершам, и вы запустили. Хазрак хил. Так, Димон, сейчас твой появится, Димон. У рейда, твой, это Беллин, твой у рейда сейчас появится. Под боссом, который не трогали. Давай, забирай скорее. Ну. Золотиста, сейчас твой третий у рейда появится. Давай, будь внимателен. У нас всего два. Или ты девушка? Не, забирай. Дима, с хваткой притянешь дальнего у рейда. Тихила. Беллин, а ты заберешь под боссом. Беллин, забирай под боссом. Беллин.
Вот, все отлично. Видите, у которого меньше хп, я сейчас меточку поставлю, вот ромбик вам. Поливайте его скорее. Они другой ебашит. Сука. Одновременно. Ничего, ничего, уже доливайте его. Стойте тут на месте. Играйте по меткам, ставлю ромбик. Вот, играйте в ромбик, ребят, исключительно в ромбик. Танки замедляйте, оставляйте трэш в центре и убегайте оттуда из центра. Нам надо его максимально быстро залить, этот трэш сейчас. Смотрите, сейчас появится большое щупальце, маленькое щупальце. Вот маленькое все сливаем абсолютно РДД милики, а большое только РДД сзади босса у нас. Все, побежали РДДшки большое щупальце бить. Сейчас диспелим, хилим, не забывайте. Сейчас появится пакт, короче, смотрите внимательно, красный такой луч. Надо будет... Меня отойдите. Черепка отойти, от ралли надо отойти. Я тяжело щупаться, РДДшки, помогайте бейте. Дядь, вы поняли? Эти лучи на Йоксарёне уже двигаются. Да. Ха-ха. Да. Офигеть, уже видно рака. Ребята, сейчас будут скоро порталы появляться, подходите к порталам. Быстрее, быстрее, подходите к порталам, ходки на себя накидывайте. Еще один, еще один. Вы что, тупые, блядь? Я парак. Куда ты убежал? Красный луч сбегает вместе. Сейчас, сейчас порталы будут, заходите. Шип удалите, пожалуйста. Это даже я не ожидал, что лучи тут двигаются, да. Хилл есть в комнате? Это все это вайп. Ну это вайп так. Я в щупальце был. Я даже не знал, что щупальца это сейчас двигаются, лол. Вот там, с фактом кто-то стоит, вижу, сбегайте, сбегайтесь. Да, это, я уже разбирался с фактом, кто там не говорил, просто нет смысла минус 4. Давай еще 2 трая и запускаем всех хранителей. Выходите, вымираете быстрее. Сейчас выйдем, там зеленые лучи появятся, в них зайдем. Как можно, хотя это риторический вопрос уже, как можно умирать в лучах? Ну, зеленые лучи, это как, ну, на Халеоне, такие же лучи убивают. Да я понимаю, ребята. Вы видели сами, лучи очень быстро двигаются, поэтому неудивительно, что 4 человека умерло. Что, не захиливать? Ничего? Не, не хилить? Захиливать, конечно, не захиливать. Не, не захиливайте, сейчас лучи появятся, умирайте, заходите в них. Ну, видите, какой босс сложный стал? Вот смотрите, они, видите, тоненькие, они не двигаются сначала, они дамажат, потом начинают дамажить. Так с них есть время отойти, блядь. Если сейчас еще кто-то на лучах умрет, это пиздец, это, блядь, хуже Кукуваси. Не знаю, вот, они очень быстро двигаются, они очень быстро. Видел, как сложно было отбегать от них? Так, сука, рядом с ними не надо стоять просто. А я не знаю, где они появятся, ой, ай-яй-яй. Так они появляются и, сука, сначала не двигаются. Ну, а время надо отбежать. Я вот не могу быстро отбегать. Я нажимаю слэш и просто отхожу от них. Я по-другому не могу. Вот смотри, вот когда надо не умирать, они дохнут в лучах. Когда, сука, надо зайти в лучи и сдохнуть, чтобы, блядь, бой закончился в инсте, они не дохнут. Нахуй. Они их не догоняют, вот. Это они их не догоняют. Это пиздец. Да, Ирион, спасибо, что ты нам время тянешь. Ясно, как хочется. Я сдохну в щупальце? Ты не подумал? Не, я не подумал. Я подумал, что ты тянешь время, поэтому так и сказал. Ну ладно, я в ДД так и останусь, буду в порталы заходить. А кто у нас из 3-й, из 4-й может в комнате похилить? Хотя не, я лучше спекну с хила похилю комнату. Так у нас же есть хилит, нет? Я могу, например, свою пати похилить, третью, до кого достаю. Мне еще нужен хотя бы один шипы какой-нибудь хороший, кто флешкой может подхилить. Или гимн, например, дать в крайнем случае. Так там а кого ты в четвертой пати засунул Нилису? Не знаю, я ее туда не засовывал, в четвертую пати. Она там была. Пускай Ильча придет. А вот Трисия же есть, он же, по-моему, шарит в комнатах, что делать, нет? За шипы тем более. Ладно, я буду в комнате. Ой, вот смотри, получается портал, ну, справа, самый крайний.
чтобы за попой. А мой какой? Че говоришь? Каба, спекайся в лема. Тихий лапы нет. Я говорю, мой какой портал? Ты говорил про порталы, что третья пати слева там, четвертая справа или нет? Да-да-да. А я, ну вот, в Андрексе. У Аписа какой портал был? Твой, Олег, справа, самый последний за попой. Отлично. Как раз хилу. Ребята, перед порталами кто может, на себя ходки навешивайте, я буду озвучивать, типа, скоро порталы. Уходите себе. Других тоже можете. Ну, смотри, у нас в пати по два приста в пати. Они могут щитки покидать. Кстати, щитки, если абсорбится, ты не теряешь стаки. Я захилю, если что, я думаю, успею. Так, что, двоих ждем, Эльчапа и Ралли, и будем начинать. Там давайте, нормально сейчас. В рейде спокойствие могут прожать в комнате. Ренька. Ренька подойдет. Да, то. Все, стоим. Сейчас стоим, сильно подойдем. Маня, пей. Кулак тебе дать? Я дал кулак тебе. Кулак по ДК. Дал уже кулак, я ему. Нету кулака. Да есть, там просто это, у тебя колонки сбились, там оно есть, все, не переживай. Возможно, сейчас будет много трэша, я буду ставить метку, постоянно играйте по метке. Это очень важно. Кто снаружи будет говорить, что бить? Димас, твой первый, Белин, твой второй моб. Дай Джерину ассиста, пускай говорит. Сейчас, подожди. Держи Джерин ассиста, теперь ты можешь говорить. Ромбик, переключились. Ромбик, играем. Били его и снова в ромбик. Вот, все так идем, отлично. Молодцы. Напоминаю, чтобы босса перевести, каждый страж должен быть убит под Сарой. Ромбик. Вот сейчас моб появится, заберешь его. Кстати, опять ромбик. Только в ромбик исключительно. Эти массы. Ромбик. Постито сбивайте. Да! Не щадите их! Бейте без промаха! Его добили, снова новый ромбик. Это сон. Замедляйте и уходите оттуда. Хильте, рейд. Замедляйте и уходите из туда. Все, молодцы. Сейчас появится большое и маленькое щупальце. Вот большое РДДшки уже поменяли. На Анриксе. Большое щупальце РДДшки стоим, бьем. Милики вообще туда не подходят. Какой-то диспел по ДК. Напоминаю, тут друиды в особенности. Вот зеленый луч, отошли от него. Он сейчас ходит, может вас ваншотнуть. Убегаем. Пакт сбежался. Быстрее. Друид, не стой на месте, ты убегаешь. Человек апец. Все отлично. Вот, помогите РДДшке, душающая, маленькая щупальца в боссе слить. Идите к порталам уже. Он забагался. Да ты побежал, апец, ебаный в рот. Будут порталы. Ребят, порталы. Ходим. Молодец, я не попаду в портал. Давайте заходим. Трепещите, смертные. Все, и бьем массой, и щупальца заливаем. Хотя можно диспел, пожалуйста? В комнате, пожалуйста, диспел. Спасибо. Бьем мозг. Жаль, бьем. Метал зашел, красавчик, нормально. Он растерялся. Только выйди потом с портала. Стоим, пока мозг бьем по моей команде. Нет, бей мозг, ё-мо, чё ты встал, стоишь просто, Третья группа выходит налево портал, четвертая группа выходит направо портал. Пока стоим, бьем. Начинаем потихоньку через касс смещаться к порталам.
Чтобы вас выкинуло, вы должны зайти. Выходи. Выходим. Нормально, выходите. У меня там тыкай на порталы, выходи. Быстрее, тыкай, сильнее тыкай. Стиранку тыкаем, хаотично. Все, молодцы, выходим из портала. 15 секунд до портала. Подходите к порталам, как вы сейчас заходили до этого, как у вас получилось зайти, так и становимся. 10 секунд до портала. Входки накидываем на себя, на друзей. До порталы. А здесь лучи. Правильно, кажется, твоя. Давайте бьем. Заливаем массой. ШПшки там, чуму, палят. Бля, чумные порталы заняли, блядь. Так другой, сука, зайди. Буренко, готовься до гимны ХПС. Блядь, золотистый, зачем ты зашел? Заливаем, все, молодцы. Пойдем. Остаемся до конца. Короче, смотрите, мы сейчас переведем босса, все собираемся в метке в синей, у морды босса, и по моей команде даем рост. Три танка готовятся на исходную, становитесь, и будем бить босса. Сейчас пока стоим мозг. Добивайте щупальца там. Ну, мужик. Да, добьем нормально все, бьете мозг скорее. 5 секунд. Выходим. Давайте все, в синей метке собираемся. Так, по моей команде даем рост. Отвернулись около мало здравомыслия. Отвернулись спиной к боссу. Теперь повернулись, бьем. Давайте рост. Забирайте трэш с рейда. Все, и стоим, бьем. Отвернулись спиной к боссу, повернулись около мало здравомыслия. А милики тоже терпеть могут. Да. Гимнаману, да, милики, пожалуйста. Ты хилай? Повернулись, бьем босса. Да, я хилил в комнате. Отвернулись спиной, стоим, ждем. Так, ребята, у кого больше 40 здравомыслия, один кас, не отворачиваемся, лицом стоим и босса бьем спокойно. Так, повернулись, бьем, отвернулись, у кого мало здравомыслия. Да, бесстрашный. Повернулись, бьем. Так, молодцы, теперь слушаем внимательно, отвернулись, у кого мало здравомыслия, отвернулись, стоим, ждем. Повернулись спинкой, вот, стоим, ждем. Повернулись, стоим, бьем. Меньше нахильте, замедляйте там этот трэш. Отвернулись. Надо, не надо войска, и так все хорошо. Димон там справляется. Отвернулись, повернулись, бьем босса. Димон далеко отошел. Так, элимы. Так, элимы. Вот теперь отвернулись, элимы. И дайте, подойдите в толпу, дайте этот тотем, короче, замедление. Так, отвернулись, повернулись, добиваем. Смотрите, даже без смерти сделаем. Да, все, отлично. Аллах Акбар. Говоришь, еще один осколок. С миликами этого босса нефиг что убивать. Да, с миликами вообще съебись. Ну осколок вернее, или пепел? Осколок 100% падает, осколок 100% падает. Да, просто почему? Буба, да. Кому осколок, пепер, тебе сколько осколок? Не, давай варенька, я же на паладина. А, если я на паладина сейчас зайду, то... А, может... ну да, ты ж не получишь осколок, ты же. Ну так что давай варенька, че? О, господи, давайте совет гильдии, подумаем, кому отдать голову. Я предлагаю либо Джерриону, Вуди Аллену, Фейкасту, Ралли. Вуди. Типы, которые ходили год назад по КД в льду и не забирали голову. Давайте, говорите, подсказывайте быстрее. Ну, пусть Ролл кинут, кто выиграет между ними. Дорн тоже ходил, не тупил, тоже пускай кидает. Кидайте ролл. Сюка. Дорн. Сука. Уйди нахуй. Где там Джерион? Опа. Че, давайте алголона не смертельщик. Цепт. 93. 93, слава. Идеален. А, спрошу, пойду почему разролили или нет? Сейчас разролим. Так. Завоеватель. Куда? Если забери и назад. Планетарий.
там где планеты такие крутятся. Сатурн, Уран, Нептун. Ботинки. Жаль. Сука. Топовые ботинки на ИК и ВКДБ. Типа, не, они идут на... Они идут на ИВК десятку на чего бисовые... Бисовые тапки. Да-да-да-да-да-да-да. Нет, 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 нет. Куда ты поцелуешь, забыл, бля? Ну, на дис, наверное, да, все? Чё, без смертей попробуем? Хлеб надо, что я взял. Тебя Йог все равно был убить без смертей сейчас? Да. Да. Ошибись. Что там я уже кидал на рол, я забыл. Антимаску, да? Там с комнатами повезло, там щупальцы были три пачки, по три. Две комнаты сбили. Защитник. Запуск планетарного... О, на меня бы... Блин, не смогу. Жаль. Зарад. Раскладка урона Линка не по всему, по мозгу, по йогу, по так, всему. Кстати, интересно. Для блага вселенной... А маску кому отдали? Маску отдал Варенька. А, что? Или ты о чем? Кто там? Копар говорил, у тебя наномаска? Не мантия, что-то уже. А ты оставлял дату на мозгу, когда выходил или нет? А как золотистая дамажила мозга на штанг? Ну, блин. Даже без золотистой перевели в две комнаты. Все потому, что повезло с комнатой еще, а? Блядь, я там еще в первой комнате нихуя не бил. Зашел с замедлением, блядь. Так когда бежал, уже обратно бежал к мозгу, блядь. Я не заходил, потому что ты до этого запрыгнула, нахуй. Да не, золотистый, смотри, просто портал будет до конца, ну, стоять, пока время не закончится. Туда мог зайти ДД и бить мозг, а так зашла зачем, ты просто. Зачем ты так делаешь, вообще непонятно. Да ладно, она не знала. Ну какие 7 секунд, что там придумываешь, блядь? А там я не заходил в свой портал, потому что щупальца меня схватило. И она пошла в него. Ну давай, все сделаем. Слезы, ребята. На пул. Да подожди, какой на пул, так надо рассказать. У вас еще собрание, да, живо? Железное? Нет. Нет. Острокрылое только. Бойт, а можно я себе заберу диск или тебе отдать его? 16 минут осталось. Ну я не знаю, ты, ну, надо тебе ключ на этого персонажа. Деньги надо. Какие? У вас 2 рубли. Ну, квесты поменьше. Ну давай, я тебе 350 голды дам. Давай. Это что, боешка была? Прикинь, сейчас бы боешку. Боешку продал за 50 голды. Ну кто будет рылить этого босса? Я не умею рылить сложных боссов. Чё ж мы продумаем, да ничего. Давайте просто... быстрее, не мам времени. Дайте шкафки. Джерриона нету. Джерин, ты будешь убивать Алгалона? Я спрашивал, я просто ТП-шнулся, я уже долетел почти. Не спрашивал, вы будете убивать, нет, я что-то не говорил. Давай бы. Тут еще острокрылое осталось, может кому-то надо пожарить какую-то фигню, там может останетесь потом. Мне надо пожарить. Пожрать тебе надо? Типа пожарить дворфов. Жмук, ты тут, чи не? Давай, один трай, я ухожу. Так, ребят, люди встречают их, поэтому времени мало очень. Давай один раз, кто-то умирает, мы не вайпаемся. Мне надо три танка. Так. Че, пробуем слезы, да? Рассказываю, что делать? Да. Давай. Ну надо ДЦ сюда по-любому. Кто-то может спрыгнуть?
агрессивность. Можно... Короче, смотрите, Эршам по-любому, ну, Хепала желательно, вот ДЦ обязательно, и можно, допустим, Эрдру в 4 хила и в 3 танка. Можно в 3 хила сделать, но жопу рвать придется хилам. Да я по... Ладно, давай в 3 хила, я похилю. Окей, еще плюс ДЦ, да, я так понимаю? ДЦ нет. 3 сила. Ну что? Хреново. У Варенька может есть. Давайте лучше нормально в 5 хилов сделаем, блядь. Там 5000 да, ДЦ. 4 хила сделать ДЦ. 4 хила, о, 3 хила плюс ДЦ. Все, ищите ДЦ и все нормально так будет. Пекаться нет. ДЦ, да, пекайся, пекайся. Так, теперь получается хилы, короче, кто у нас, сейчас посмотрю. Хазарк, так, Трисия, Анрикс и Апис. Все, отлично. Теперь... Секунду. Все, теперь смотрите, Кеншен, ты танчишь первый босса, набираешь 4 стака, забираешь. Кто танк хороший там? Кто не тупит? Славик, ты в коте или в танке? В коте. Но. Че, надо в танк? Вот подожди, сейчас подумаю. А кто... А, это же, золотистая же танчит, во! Золотистая. Теперь смотри, Кеншен набирает 4 стака, Димон, скажешь врага, типа, забирай. Золотистая, ты забираешь босса на себя. Также танчишь до 4 стаков. Ну, как на сурке, короче, только там не один стак будет, метка там падшего, а 4 цифры. Потом Кеншен с тебя заберет. Теперь смотри, Димон, ты в портал заходишь, тебе там ничего жать не надо. Золотистая, ты остаешься, по моей команде нажмешь на 50% срез урон. Будет суровый удар, такой большой каст. Под конец этого каста обязательно нажмешь дефобилку эту, которая на 50% режет урон. Так, далее смотрите, Славик, Слава, Ралли и, допустим, Дорн. Ваша задача — спуститься с неба 3 созвездия, эти созвездия максимально быстро на себя сагрить и завести в черные дыры. Все. И, ну и, соответственно, вы заходите в черные дыры. Так, на первый суровый удар остается пальпация, тучку нажимаешь, и капор Сивен, тучку нажимаешь. На второй суровый удар остается Верка и Варенька. Все, если поняли, ставьте плюсики, кто там остается из ШПшек. Погоди, ты говоришь три созвездия заводить, так мы же закроем все нахуй. Не-не-не, останется один черный портал, единственный останется он. Я заранее скажу всему рейду, подбегайте к черной дыре, но не заходите. Все, все подбегут, теперь слушайте внимательно, ребята, чтобы не было такого типа, ой, меня не засосало, это бред полный. Вас засосет, слушайте теперь внимательно, вы в портал попадете следующим образом, 100%. Забегаете в центр черной дыры. Центр черной дыры. И начинайте хаотично влево-вправо бегать. Вот так вот, из стороны в сторону. Чем быстрее, тем лучше. Все, вы в портал попали, в темный мир. И отбежали сюда к стеночке. И стоите, ждете, пока вас выпустит в реальный мир. Все. Теперь смотрите, суть этого босса. На протяжении всего трая он кидает на пол красные метки, которые были как на Мимироне, допустим. Можно сравнить с копьем на Везексе, вот темное такое копье, только они будут красные метки такие на полу. Вот от них вам надо на протяжении всего трая отбегать. Все, тут больше ничего сложного нету, и по моей команде заходить в черный портал. Я чекаю на готовность и будем начинать. Самое главное на этом боссе — не ауешить, совы, звездопад с панели убирайте. Маги, обновляете бомбу только на боссе. Все, если в рейде есть анхолики, болезни, мором не обновлять, просто бейте точечно, если. А вару с глухой обороны можно пережить? Интересно. Нет, короче, смотрите, от сурового удара спасает только тучка ШП. Череда убийств вроде не спасает, глыба не спасает, бабл не спасает, все, только тучка ШП. Поэтому не практикуйте, не тестируйте, просто заходите в портал и будет вам счастье. Огонь! Все, теперь, ребята, заходите в комнату, босса никто не пулит, расходитесь на рейндж. Босс всегда будет стоять в центре. Он тупо манекен, он ни хрена не делает. Он как манекен у нас. Если его приставить, есть глиф на точку, он может каждый раз оставаться под суровым.
Там как раз ну, от КД шивается. Я знаю, у кого есть глиф, можете на каждый суровый оставаться. И, ребята, смотрите, на первый суровый удар, кто остается, вы как из порталов выходите, читаете гимн на ХП. То есть, получается, пальпация и капарсивен, капар, ты читаешь первый по моей команде гимн на ХП. Ну, как из портала выйдешь после сурового, сразу читай. Для последнего чека будем начинать. А, Саня, кто еще бьет эти звезды? Я в соло разобью нормально все, просто бурстите в босса и оббегайте от кары. Окей. Смотрите, ребята, на протяжении всего трая, давай, Димас, начинай с ЛПшки. Все отходите к забору подальше. Ну что, босс на вас может побежать. Сейчас со звезды крикни, когда сабит, и заблодить. Ну, окей, я скажу, ага. 15 секунд до пула. Смотрите, ребята, на протяжении всего трая живая звезда, вы от нее отбегаете. Я ставлю метку, вы от нее отходите. Через 5 секунд будет начало боя. Смотрите внимательно. Ходите к боссу, никто, кроме танков. Бьем босса, по моей команде рост, пока не давай. Все, давай рост. Пули вам сейчас на Кеншина. Есть вроде ханты. За агро следите сами. Я ставлю метку, вы отходите от нее. Массы не бьем. Сейчас будет кара, готовьтесь. Все, от кары отбежали. Мелики, кара. Все, бьем босса. Я ставлю метку, отходим. Отходим от меточки, от кружка, отбежали ребята. Давайте, я сейчас разбиваю, 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда, разбиваю, захиливайте рейд. Сейчас будет кара, внимательно смотрите, под ноги. Илюки, все, созвездия, захиливайте хилы себя сами, внимательно очень. Сейчас разобью, 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда, отойдите, шаман, отойди. Отойди отсюда, видишь меня? Босса заберите, там забрали. Все, разбивай, захиливайте. Все, закрывай все эти черные дыры, не бойся, сейчас разобью. После кары разобью. Милики. Бегам подальше. Метку ставлю, отходите от нее, от кружка. Все, захиливайте рейд. Подходим к черным дырам, пока никто не заходит. Вот теперь заходим. Все созвездия на танках должны быть. Блять, побежала в черную игру. Наверное, кто-то умрет сейчас. От сурового. Да. Ага. Моя ошибка, бля, я забыл совсем про это. Великим. Так, давайте, бейте босса. Созвездия спускаются. Захиливайте рейд. Сейчас лопнут. После карай разобью. Заводи в черные дыры. После кары разобью. Созвездия туда заводите и все. Больше ничего делать не надо. Захиливайте, сейчас лопнет. Ебать. Там пеп чей-то хуярит. Вместе со мной. Так, я сейчас разобью. 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. Захиливайте рейд. Давайте. Бегам. Созвездия опять спустились. Собирайте на себя созвездия там. Кого-то поднять. Хазрака поднять. Сейчас разобью, захиляете рейд. Поднять Хазрака? Да, поднимай. Поднимаю. Суровый, сейчас приготовьтесь заходить. Да. Сейчас суровый подходим к черным дырам. А, черных дыр у нас нет. Бывает. Сейчас разбить на тебя. Да. Забегаем, кто успеет, может добьем. Я сам не успел. Ну, я про то и говорю, что одного их никак не сделаешь. Надо быстрее. Не, да нормально. Я просто не успеваю, блядь, роторить и следить за всем. Если я тупо буду просто больше людей. Тяжело релить, тут надо, чтобы ты релил, а остальные, ну, 3 человека назначь там, и они разбивали, ну, сами по себе. Ну, это уж в следующий раз, я сейчас ухожу, если получится. Чё расстраивать. В общем, главное понять суть. И по танкам я тоже ошибся, маленько информацию не договорил.
что должен. В общем, босс легкий, главное понять суть его. Я думаю, в выходные, если работать не буду, можно будет в Эльдуар сходить еще разочек. Подробнее все объясню. Ладно, ребят, спасибо всем за рейд. Я побежал, давайте, удачи вам. Давай. Что тут расход? Да, давайте просто убьем, че. А мы сейчас просто и хотели убить. Можешь ИП. Пожарьте, кому надо мобы настрой крывать.